Городской дворец молодежи объявил о начале ежегодного конкурса «Молодая семья». Тема этого года – театр. Участниками могут стать семьи до 35 лет, имеющие хотя бы одного ребенка. 15 июня в 12 часов дня в Городской дворец молодежи нужно прийти и показать миниатюру, любую, по теме «Театр» с подручными материалами. Хронометраж до 5 минут. Главный приз молодой семьи от главы города – 100 тысяч рублей на туристическое путешествие. Заявки отправляйте до 12 июня на электронный адрес конкурса.